Перерыв на сессию в студенческом спорте подходит к завершению. Игроки сборных постепенно возвращаются в рабочий ритм, чтобы уверенно продолжить выступление в различных чемпионатах и первенствах. Сборные КФУ по баскетболу не стали исключением. Егор Белоусов сейчас подробно расскажет, как баскетболисты готовятся к продолжению регулярного чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола в дивизионе «Казань». 10 декабря баскетбольные сборные Казанского федерального университета вошли в сезон. После долгой и утомительной паузы в стенах культурно-спортивного комплекса «Уникс» стартовали игры регулярного чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола в дивизионе «Казань». В первой части регулярного чемпионата женская и мужская сборные КФУ успели провести 3 матча. В женской части чемпионата баскетболисткам федерального пока нет равных. Во всех встречах девушки из КФУ выигрывали с разницей как минимум в 10 очков. У женщин сейчас сетка более-менее попроще. Они 3 победы подряд завоевали. Осталось еще, если я не ошибаюсь, 2 матча против КДК и против Академии спорта. Оба матча будут очень интересными. Надеюсь, то, что получится его даже показать в прямом эфире. Я больше, на самом деле, жду все-таки встречу с Академией спорта, потому что у них ротация состава больше идет такая, что игроки из сборной, которые играют в региональном чемпионате, могут спокойно оказаться и на чемпионате России, и также наоборот. Так что класс игроков намного выше. Мужская сборная оступилась всего 1 раз на старте чемпионата, проиграв сборной энергетического университета со счетом 59-67. Однако в следующих матчах парням из федерального университета не было равных. Принципиальный соперник, а именно сборная Казанского авиационного института, был повержен со счетом 76-53. А в заключительном матче перед перерывом против сборной КНИТУ федералы сделали счет 72-57, забрав еще 2 очка в свою копилку. В мужской сборной ситуация в турнирной таблице тоже интересная. 1 поражение они допустили, 2 матча они смогли выиграть. И также им предстоит играть с КТК из Академии спорта. Там, я не постесняюсь этого слова, будет настоящая заруба, борьба за чемпионство и за выход в плей-офф. До возобновления чемпионата остается совсем мало времени. Каждая тренировка идет в усиленном режиме, так как впереди сборную КФУ ждут матчи с Академией спорта и Казанским государственным аграрным университетом. Ближайший матч сборная Казанского федерального проведет в гостях у Академии спорта 28 января. Надеемся, что оставшееся время команды проведут в усиленном режиме и покажут нам красивый баскетбол. Егор Белоусов, Виолетта Басова, Универньюз.